Привет! Вы на канале Дакира. И сегодня, как вы поняли по названию, у нас три маркера челлендж. Да! Как и всегда надо, нам маркеры, да? Да, и будем лифать. Да, мы будем выбирать только три маркера. Да. Так, а давай сначала покажем ребятам, какие же у нас рисунки. Да. Давай, Кирюха, первая. Смотрите, какая у меня тролли. Мы всегда думали, наверное, это девочка. Ну, не знаю, у нее волос мальчика. Вот такая вот она. Мы будем называть ее девочкой. У Кирюши полегче рисунок. У меня можно считать тоже легкий или сложный. У меня вот такая вот лол. Такая миленькая. Тигренок, как я поняла, или котенок. Ребята, а напишите в комментариях, как эту лол зовут. Ну, я честно не знаю. Это кошечка. Ну, на кошечку, да, похожа. У нее ушки. Так, ребята, давайте выбирать три маркера. Да. У нас есть тут разных цветов. Да. Класс. Давай кто первый. Так, смотри, ты вот сюда вот, я сейчас буду перемешивать, ты вот сюда вот смотришь назад, хорошо? И рукой трогай, так, разворачивайся, назад, так, стой, да я перемешаю. Так, вот это вот, вот сюда вот. Давай, так, посмотри. Раз. Два. Три, Кира, молодец, ты вытянула желтый цвет. Да, наконец-то. И черный. И оранжевый. Так, все равно оранжевый. Так, теперь я буду тянуть. Короче, ты можешь перемешать их. Перемешивать. Давай, перемешивать. Я не смотрю. Перемешивать. Вот мне надо было главное черный. Так, все. Все там хорошо? Два. Блин, мне так страшно. Три. Классно. Ой, морозу попал. Ну ничего страшного. Будем как-то думать, нарисовать? Да. Так, эти фломастеры можно отставить в сторонку. Да. Они нам будут мешать. А да, ну, чтобы не мешали нам. Фух, будем пробовать, да, рисовать. Да, я сначала золотой беру. Так, ты сначала, подожди, пока не рисуй. Я не могу понять, это у меня такой голубенький, да? Это типа зеленый, да, это типа такого вот оттенка зеленого. Фух, придется как-то фантазию свою проявлять. Да? Давай я рисовать. Давай, поехали! Уже готовы. Да. Ну что, Кирюшка, будем показывать? Да. Давай, Кирюшка, ты первая. Вот она, какая у меня тролль. Вот тролль Киры. Ну, кстати, прикольно. Я помню, у нее прям волосы были, да, желтые. Но по поводу кожи я не помню. Так, ну что, давай посмотрим на мою волосы. Я не знаю, может, ей что-то не хватает. Если бы была еще один цвет, то, может быть, не хватило мне. Смотрите, какая у меня лол получилась. Мне нравится. А вам, ребята, напишите в комментариях. Поднимай свой рисунок, Кирюшка. Напишите в комментариях, какой вам рисунок понравился больше. Да. Лол или тролль? Да. Троллечка, или как Кирюша называешь? Как зовут твою? Эй, вот так вот. А вот смотрите, ребята, чей рисунок лучше. Ну, мне кажется, два очень красивых. Так, ну что же, ребята, вот такой вот у нас, держи вот так вот. Вот такой вот у нас получился крутой челлендж.
Скажи честно, мы еще будем снимать такие челленджи. Да. Если этот челлендж понравится многим людям, да. Нашим друзьям, да? Которые подписаны на наш канал. Ну что, Кирюша, будем прощаться? Да. Тогда подписывайтесь на наш канал. Да. На канал. Ставьте лайки.